Он ракетницу, он взял пенисную ракетку. Ты его мазуку взял? Я все-таки его мазуку взял. Ты его мазуку взял. Здравствуйте, мы Мелтон. И сегодня мы что делаем? Правильно, опять играем игрушку Soul Clad. Сегодня будем продолжать играть с Вилланом. Всем привет! Ну что, поехали. Вермиллион берем. Ну, рыцарь, считай, класс рыцарь. Так, я забыл получить наградки в одиночной и... Ну, вот ежедневные. Вот тут. Доска заданий. Видишь, только в одном. Да, и Виллан тоже забрал. Че, поехали тогда? Пошли. Давай. Выходи. Давай, все, let's go. Сегодня должны пройти, потому что проблема только в том, что мы, блин, хоть можно самый нулевой пройти. Тут, естественно, не зависит прям что-то от прокачки. Ну, зависит, но не настолько прям сильно, что вот прям вот намного легче проходить. Так что нужно прям... О, нет, я ненавижу пустыню. Я просто ненавижу. Это не пустыня, но это пустынная карта. А, я забыл, что у меня такая. Короче, боссы тут достаточно такие легенькие. А, нет, золотая маска нифига не легкая. Блин. В прошлой серии мы слились, блин, это очень печально было. Здесь его не будем тащить, да? Кроме, я уже минус 2 хп себе сделал. Серьезно? Как так? Ну вот, шапи офигенно. Чтобы просто минус большой был. Понял, это печально, давай, да. Пилюля. Будешь хаус? Была, не была. Да а что? Просто и кидаться можешь. Старый пистолет. А, ну, хорош, люто. Я просто съел. Просто по приколу, да? Вкусное было, да? Ё-моё, что за молния, офигеть. Надо иммунитет к этому, так что съел. Так это я создаю. А, да? Да. А щегу нужно было брать? О, давай, давай, садок. Ну, окей, классно, имба, пошли. Так, ладно. Все, погнали. Ну, я думаю, что все будет окей, хотя перезайдем, ничего страшного. Ну, вот видишь, у тебя же появилось все окей, типа. Ну, сейчас у меня, мне кажется, другое будет. Так, давайте, почитаем. И мы сразу знаю, это не знаю. Ультрабластер атаки от оружия получили мир такого на критических зарядов. Я выбираю первое, нет? Или чё? Я не знаю, чё. Первое, потому что третья, ну такая карта еще фиг может попадется. А третья прям нужна. О, всё нормально. Ура, все, найс. Nice. О, ну как бы фухал. А, иди купи хапчик. Вообще хапчик. Полекал. А так у меня 6 хп. А, ну ладно, если чё, потом еще вернется. Опа, пушка, хоба, просто всех фигачит, пил-пил-пау-пау. Что? Ну да. Я что там у нас? О, ракетчик, 15 минут. А, нормально. Ты сколько дает? 48, а 28. Размечтался немного там. О! О! Ты чё, офигел? Иди нафиг! Ты видел, что написано было? Я пришел жевать жвачку и мочить козлов. Это он написал? Это мой персонаж. Базук? Или он, или да, или... Понял. Безупи, который, или так. Я. Ну, мой персонаж. Так, подожди. Пошли к сундуку. Ура, двойной, люблю двойные. Давай. Мой дробовик. Моя энка. Давай. Что, я можем... Ой, блин, я случайно потратил, ну ладно. Это... Ай! Да, ты какая-то такая себе оружие, зря я его взял, наверное. А что это? Показывает на спинке. А, это с боссами. Да, это с мини-боссами. С мини, да. А еще один мини, да. Все. О! О! О, кайф. Прибегаем. О! Я посох, я из палки сделал посох природы. Супер дробовик возьмешь? Да. Место... Блин, вот посох тоже скидывал, и М-ка тоже. Давай я тогда. Пошли. Ладно, вот. Я буду писать с пузырями использовать. Я там случайно использовал. А, все, прошли. Блин, слушай, нормальный такой дропчик сразу, сходу, кайф. Так, берем, давайте спробуем. Ой-ой-ой.
Ты чека просто. Они мне тупо ничего не смогут так сделать. Я Я просто около себя ставлю, им просто хана. Блин, кстати, тут яда очень фига, нужно будет от яда что-то потом взять. Смотри, я стреляю, эффект работает сейчас. Я стрелял, и у меня этот навык еще не работал. О, у меня какой большой. О. Вот что вот. Я посох возьму. Ты мне дашь посох? Ну че? Он чё? Ракетницу, он взял, ты видишь, что он взял теннисную ракетку. Ты его посохом взял. Я его посохом взял. Ты его посохом взял. А ты мой посох забрал. Пошли. Чё? А если я буду стрелять, у меня навык будет еще базукой стрелять, получается? Угу. О, как. Посох, Алёш. А если будет от смерти дать? Что, кидаешь? Нет, ничего не кидаю. Иди туда, кидай. Окей, я посох кину. Зачем я посох кину? Что это такое? А, ну. Молодец. Хорош. А что ты? Хотя бы изготовлю. А что ты не взял это? Там древесина выпала, я подобрал. А, да? А рогатка что за? Рогатка это просто бить ближе бою. У меня супер друг. Чё? Что случилось? Чё? Это ты запасил. Это ты перешел? Да, это я зашел. Ну ладно. Что-то я думаю, что-то дичь. Может, в принципе, пошлепать пока что, пока нет нормального оружия. Ой, я могу еще этим стрелять. Я случайно использовал, блин. А будет потом, в конце? Будет потом, это сохранится? Ульта. Так, это... Тогда... Скорость превращается на короткое время, восстанавливается при движении... Я третий. Давай второй. Заморозка. Ну, у нас тут не за... Тут у нас... Ну, все равно, друг будет. Ну, северная ведь. Ну, друг будет все равно. Давай вторую. Ну, ладно, если что там потом надо поменять. Ну, как бы сейчас там не нужно, но потом уже может пригодиться, как бы. Ну, он бы от яда, тут чисто яд. Тут яд и взрывы. Вот видишь, вот эти? Смотри, вот стреляю, сейчас бахнет вот это. И сбахнуло. Ага, бью. Ой, прям по мне, слушай. Слушай, нормальный такой дробаш. Зелье здоровья. У тебя сколько? Давай я купил. А, этот сундучок у нас будет прекрасно. О, тут можно купить, кстати. Что там? Какие-то всякие приколы. Вот это кунай, вот это имбай. Будешь покупать? Нет. Духовый. Я куплю. Лазерный дробовик, это лазерный стреляет, наверное. Пошли, я хочу испробовать. Что, ты еще будешь покупать что-то? Лайк, надо лайк. Ты тебя засчитываешь, типа, или что? Просто лайк. Ну, погоди, тут какой-то... Ладно, потом посмотрю. Пошли. Все, я даже без кучи не использовал. Так. Ой. Ух! Нифига себе! Надо это, знаешь что? В оружейнику базуку дать. Чтобы он прокачку заявил. А, ну да, кстати, да. У себя не даст. Ну, это очень... О, тебе я не буду. И давай пойдем, что мы, типа, осмотрели эту комнату. Все, пошли. Пошли в бой. Залетай. Ой, хорошо, вот просто. Вот он опять. Вот это говорит, что ракеты все будут. Если так. Так. Кстати, его ближний бой даже больше он лучше играет. Просто по кайфу. Слушай, нормальный троп. Кстати, это реально классно. Да. Опа, только не золотая. Пожалуйста, только не золотая маска. Потому или что... вот этот такой башня такая большая. Так, а там будут только они есть. Ну, по-моему, еще кто-то есть, конечно. Только она просто... Вот это, видишь, которая стреляла на зеленую? Да, кстати, она сильная, да. Но обезьяна еще, блин, тоже, она тоже вот очень сильная. И вот этот паук тоже бесит. Короче, тут все сильные, нам... Вот мы сейчас скажем, я не хочу золотую маску. Нам попадает золотая маска. Арбалет. Зелье на один угол. Тебе нужно? Да. Давай. Стреляй. Да. Хорош. Вот это что за баф? Это, по-моему, чтоб хп. Если не хочешь. Это чтоб хп, типа, по-моему. Увеличение максимально. Типа, у тебя увеличивается максимально. Че, я залетаю? О, смотри, как тут... О, у меня 10 теперь. Ема. Они 8. 10, а не 8. Так, че тогда? Че, сразу? Давай сразу вниз. Сразу вниз. А ты так взял. Давай, поехали. И стреляй. А! У меня 9 хп, кстати, у меня, по-моему, поменьше было. У меня 10 было. А у меня было 6, а я уже 10. Ты что, за нас двоих, что ли, выпил? Ко мне. Вообще же семерка была, откуда столько взялось? Все.
А кстати, я ничего не потерял. И у меня 10 хп. О, пошли. Ой, это интересно. Опять что ли это? Ну, пошли сначала туда, пошли сначала туда. Давай. Я знаю, что после там сразу будет босс. Скорее всего, пошли сюда. Так, let's go. Ой-ой-ой. Потом тогда есть на ману просто тратить, туда ходить. Если... Блин. Вот всё, это, вот это статуя, это золотая маска. Она взрывается. А золотая маска — это обезьяна. Нет. Про статую это говорю, она тоже в маске. А, вот. Понял. Только вот статуя есть, которая... Ай, ты чё, офигел? Кто? Это какой-то паук, глазик. Паук. Паук. Паук, да, паук. Это он из этой видео. О, взрывайся сразу. Успокойтесь, вы чё, пацаны? Блин. Ай, у меня вся броня не есть. Так, где они там, опа? Yeah. А тут босс? А, ну, пошли туда. Пошли, пошли, пошли. Но нам что-то дадут его. Это золотая маска. Блин, смотри, пошли туда, пошли. Куда? Пойдем? Не, пойдем. Да пошли. Нет, все, я не хочу. Да нет, да, ну пошли. Нет, я хочу. Я не хочу. Да зачем? Ну поехали. Ну, поехали, ладно. поехали. Да, заходи, заходи. Я захожу? Да. А, ну ладно. Хорош. Лайк за это, ребят. Подписка на канал Вилона. Что не засыковал. У обезьяны ведь голова будет спрыгнуть. Я ненавижу обезьяну, за что именно золотая маска. Да мы, блин, хотя... Мне кажется, мы даже первый шаг. У меня нету больше маны. Это по-любому кабель. Моя шляпа что? Торговец станет. Пузырь с усилением. О, чё? Чё случилось-то? Я, короче, ничего не понял. А чё я так быстро не... А, у меня 7 бронетей стало. А у меня 6. Нормально, прикольно. Ах, золотая маска. Ну ладно, оружие у нас такие, более-менее, давай. Золотая маска. Пулемёт, офигеть, у меня сейчас голова. Так. Нормально. Давай, хорошо, я просто заморозил, прекрасно. У меня 9. У меня нету больше маны. Я фигачу, я просто её замораживаю. Где она там? Я не знаю, я просто... Я просто замораживаю, я просто... У меня 4 хп! Погоди! Ой! Просто! Просто повезло, что я замораживаю. Я говорю, у меня просто имба, а то не хотел брать, как у меня. Не заходи пока что, потому что там еще есть. Золото же... Можно возьму? Сэм, не бери, не бери. Уйди, уйди, уйди. Что такое? Ну, попробуй. Что? Смотри. Что? Звук. Тихо, тихо. Пошли. Имба. О, погоди. Дробовка. Тут еще базука. Это я. Возьми дробовик. Базука будет. Ну такой себе, слушай. Я не возьму даже. Пошли. Двухметровая. Ой, хорошо. Так, ну это нам... Вот ты... А, блин, ты ближним. Хотя у тебя и так слишком длинная. Куда тебе еще? Увеличит дальность атаки. Скидка нам не нужна, Вот это, ну, я... Вот третий, это выход. Третий, Однозначно третий. Это хп. Да. Хп в любом случае пригодится, когда вот прям вот нечего, только хп. Опять что-то интересненькое. Смотри, тут вампиры, по-моему, или что, скелетики. О! Давай, давай, поехали. Хована. Ну, я просто с тем не понимаю. Так, хорошо. Я буду с этой штукой. Погнали. О, ты видел? О, я куплю? Смотри. На сколько денег? Смотри. Ема. 114, давай я куплю. Нет, да у меня 129, я понцию куплю. Я наверх иду. Пошли, давай, давай, залетай. Тут это бой. Заходи, давай. Две палки. На. Так. На, 7 лицо на. Домой просто. Ой, что-то я ничего не вижу. Так. Две палки? Нема. Мне только надо поддержку, ты что? Угу. Она еще такие штучки делает, это вот эта прям имба. Так, хорошо. Идем. Такая музыка прикольная, кстати. Дальше. Так, ну налетел. А что она сейчас 4 у меня заделает? Пошли к сундуку. О, тут будешь покупать? Что там? Зелье, охот, ну, не знаю. Звук охотничий и алабет. Алибарда. Зелье становится, это хп, хп.
Алебарда может. Ты тоже 9 хп и 7 брони. 9 хп и 7, да. Нет, я тоже с этим 7 хп стал, но... А у тебя же 10 хп было, алё. А, так я слил. Там дополнительно пособирала. А, ладно, пошли туда. Позже. И хоба на просто. Ой, пушечки, ой-ой-ой, пушечки, пушечки, поехали. Так, сундуку, я к сундуку, погнали. Сундук. Ой, как ты можешь взять? Можно я возьму? Чё возьмёшь? Я, честно, я даже не знаю, что брать. Я, наверное, оставлю пока что своё. Я тебе предлагаю как-то взять, мне кажется. Некоторые маны. Они ещё и хилят, как понимаю. А ты ещё жезл оставляешь? Да, давно. Возьми, давай возьми. Он 4 тратит, когда он очень, большой. Он очень умный. Ну такой себе не буду пользоваться. Я так скорее всего только умру. И что с этим происходит? А вот, надо с картами близко подходить. Понял. Кстати, не быстро держать. Ой, боже, я из этой фигни нифига не вижу. Зря я её взял. Можно прогида я поменяю сейчас? Вот я нифига из-за нее не вижу. Ну, ты можешь уже тогда нажать, да. Можешь нажать. Сейчас поменяем быстренько. Всё. Ой, как мне взять пистолет, алё? Я хочу пистолет взять. Не могу пистолет взять, прикинь. Я хочу пистолет взять, но я не могу это сделать. Дайте мне пистолет. Ладно. Давай, пошли. Она просто, я просто маленькую сделаю и будет нормально. Так, уже третья, ребят, нормально. Ой-ой-ой, тут бомбардировщики, что ли? Ух, ема, что они творят? Ой, что-то я запутался немного. А еще две покрыли. Нужно постоять, похилиться. Ну, по броне имеется в виду. Ай, ай! Ай, да чего ты меня вблизи? Он у меня, он мне вблизи, ко мне вниз побежал, он меня гасил, а я даже не видел. Пон. Опа! Что там? Что ты берешь? Световой меч можно взять, нет, там. ТП нового поколения я могу взять. Мне надо зелье энергии. Мне моя как бы нравится, как бы моя оружие. Ракетная пушка. Снежная лиса. Давай ты возьмешь бах. А у тебя чушь есть? У меня вот такие, мне они нравятся. И что еще второе есть? Пистолетик. Ой, давай. Ты сейчас возьмешь бомбардировку, я беру снежную лису. Зачем? Я хочу, у меня... Ну давай, 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 давай. Не вот это брать, ракетная пушка? Нет, бомбардировку, вот у меня. Потертая базука. А, ну пошли, все. Нет, нет, нет. Вместо жезла возьми вот это. Все, вот так. А что, у меня два типа оружия было? А, что мы туда? Ладно, пошли. Смотри, как снежная лиса, она замораживает. А, нифига. Видишь, чем я стреляю? Ай-яй-яй, вы что? Нет, блин, гады. Броню потратили. У меня... Оуч! Зачем? Я не знаю, это ты что-то сделал. Я пошли, я сейчас куплю, если... Был же магазин или не был? Да, выкру справа. В конце куплю. А что такое? В конце куплю, когда потрачу. Что? Мана? Сколько денежки? У меня просто 9 хп. Нет, все, в конце. Если еще, может, еще потрачу. Пошли. Хобана. Хобана. Так, хорошо. Ой. Ай-яй-яй. Аккуратненько. Так, да. Пошли на восклицательный знак. Ну, чоки. Стой, стой, проверим. Ну, такое, может, карты взять. Что можно взять? Снежный лицо. Ну, карты имба тоже, я ничего не говорю. Смотри, имба. Нинчаки тоже. Ты хочешь, в смысле, нинчаки? Нинчаки тоже имба. Все, у тебя 9 хп, прекрасно. И, наконец-то, нам можно выбрать бонус. Спасибо. Интересно, кстати. Увеличение... Оружие ближнего боя может отразить пули. У нас что-то есть? У нас был этот, жезл. Зачем ты мне сказал базуку брать? Она тупой, он ничего не сделает. Кстати, на боссе. Не, я возьму третье, может мы сейчас что-то найдем. Может мы что-то найдем еще. Комбо, ну еще что-то больше. Ты будешь покупать? У нас все равно оружие. Блин, у меня вообще нету. Смотри, маны, 19. Я потрачу, погоди. Оружие хочу. А, ну это мана. А, как раз, я вот прям как раз. У меня полностью будет маны. Все, хорошо, просто. Поехали. Давай вниз. Ай, гады, все, просто. Все. Ух, ё-моё, опасненько было.
Еще у меня карты, видишь, у меня тоже навык работает. Видел, у меня тоже навык работает. Видел, видел. Опа. А. Опять эта штука. Что такое? Неизвестно. О, о, есть дубль. Я... Можно ли его? Давай. Ты что, типа ты не мама. А, ну ладно. Так, стой. Правда, она подешевле стала, 18. Ну да ладно, всего лишь я сейчас потрачу хп, нет, не потрачу хп, нет. Я тоже не трачу, я потрачу. Я не хочу тратить хп. Отстань, нет! Блин, 6 хп. Да. Имба песня. Так много сняли, блин, блин, тут собака и паучок. А и паучок имба. У меня когда-то был такой питомец. Смотри, вот у меня опять карта. Угу. А где кто? А, вот, да. Ай, блин, 5 хп вообще. Очень плохо, слушай. У меня... Нужно срочно похилиться. Я не попадали даже. Да 4 хп, как? 9 хп и 7 брони. Ну, у меня 8 стало брони из-за а этого. Не нужно... О, что там есть? Это, смотри, посох. Алиберда, стой. А как она стреляет? Я хотел бы купить вам парашу. Пошли. Я тоже хотел купить. Ну, сейчас босс будет, а... Блин, 4 хп, вы издеваетесь. 9. Так, ускорение зарядка уже требующего зарядки. Ну, короче, вообще ничего не надо, вообще. Да. У нас даже друг друга рука нет, куда нам. Так, пошли. Ну, что? Что? Какие смехи большие становятся? Да, просто. Да я сам в шоке от такого масштаба, слушай. Пошли. Генерала Гаса. Да. Где там? По приказу генерала Гарса. Так, что тут? О, ман, ну, не ман. Мне есть, мне надо. Пошли. Пошли. Через захожу? Давай. Поехали. О, ты больше не заходишь? Да. В портал заходишь? Какой портал? Ты чё? Рановато ещё портал. А, мы ещё босса тоже не вольнули. А, да, ты сейчас... О! Блин. А у меня 9 хп, 7 брони, кажется. Блин, мне вообще не дают хпшки, мне нужны хпшки. Пошли. Давай сюда. Слетаем. Хорошо. Ты чего получил? О, у нас дровосек крутится вообще. А, ну, хорошим, кстати, да. Вот. Мясо, монстр не на обед. Пошли в магаз. Да, блин, магаз. Блин, зельки так не дают. Пошли тогда лазер, блин, да. У меня ману есть. Сколько? Ты серьезно? 53 ману. Ну раз, все, ну ты угораешь, два, что ли? Ну боже, ну так. Ну ладно. Ну обидно, если честно. Ну как каким-то образом стало столько хп. Все, я захожу. Нет, так у нас все, босс. Так давай сюда зайдем. Зачем? Ману просто так потратил, что ли? У меня всегда 180, хотя у меня 6 сразу тратится, у тебя всего лишь 2. Давай. Тут как раз её подсобираешь. Так не дают ману, дают монетки. Почему ману дают? Ты чё? Вот же ману валяется. Ну, вот сейчас я минус 8, я сейчас накуплюсь на ману. Ты всё равно монетки хочу, всё равно что-то получаешь. А толку, если мы сейчас можем так прыгать? Давай опять. Вот опять, смотри, у меня 67 маны. 83, а так должно быть 40. А почему у тебя без конца тратится мне 180? Вообще-то не понимаю. Я не знаю. А тут мага все. Погоди, пошли на восклицательный, там же вроде что-то было, нет? А, нет, я понял, я вспомнил, что там было. Там что-то? Камень был. С маной. Mm-hmm. Который я даже не подбирал, он все, погнали. Let's go, давай заходим. Что? О, а это, ну, достаточно легко будет, кстати. Сам хазан. Так что мне брать-то? Ладно, возьму это. Вот по этой щепке не попадайся, и все окей будет. Я зажимаю. Базук, я базуку взял. Я зажал снежу. Хорошо, слушай. Все, у меня нет маны. Все, спасибо. У меня нет маны. А что у тебя? Что у тебя еще есть фигачить? Дизибай. Нормально. Ну что у меня нету дизибай? У меня ничего нет, кстати, фигачить. А я пошел фигачить. А чем фигачить? У меня вот вообще нечем фигачиться. У меня нету вообще маны. Нет. Ай. А вот же мана с него выпадает, чекай. Спряйся ко мне. Мана выпадает, чекай. Ко мне иди. Я ману подобрал. Ты... А куда прятаться? Зачем? Да, ты будешь, что мана с него падает? Я подобрал ману, вообще прекрасно. Ай, гаси. Мы должны. Это второй рейд босс. Я беру это. Да. Все, я фигачу. Так. У меня опять эта мана. Пожалуйста, не подыхай.
Очень мало хп. Хорош. Отличный посох. Стой. Следующий посох. Бери, бери, бери. Однозначно бери. Нормально. Он смотри. Ну, бери. А вместо карт что? Да. А что? А как ты что, имба? Карта имба. Да, я смотрю. Я этой базукой не особо пользовался. Пошли. У тебя будут эти карты. Да. Не надо. Все, наконец-то врага побили. Так. Хорошо. Ну, второе тоже нормально. У нас нет такого. Уменьшение скорости пуль врага, увеличение радиуса сбором нет. Давай первое. Пошли. У нас все равно 308 монет, 308. Монет. Шутка про 300. Ой-ой-ой, смотри, какая крутая. Это ледяная карта. Тут, по-моему, новогодний, нет, тут не новогодний, дай офигеть. Дай посмотри, смотри, вот они вот отсюда будут. Видишь справа? Акваланг. Он, смотри, подойди. Офигеть. Это очень жесткий вот этот человек. Они прям взял? Вообще моряки, они лютые. И как ты взял? И как ты мне... А, как ты тоже бесплатный. Как бы, маны про это один супер восстановил. Как-то. Я, кстати, тоже заметил, что у меня было 4, и как-то 5 стало. Я сам не знаю, как у меня. У меня было 3, и... Смотри, до сих пор крутится. Миша говорит нормально, вообще, пошли. Смотри, до сих пор крутится. Восклицательно. Ооо, это хорошо. Смотри, стой, 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 не бей, не бей. А я все уже. Ну, плюс 10 монет. Смотри, он сам ломает. Я ничего даже не знаю. Ну, это имба, это очень хорошо. А, вот теперь все. О, смотри. Давай двойной. Стой, стой. Карты, еще одни. Ой, это, дай-ка топорик взять. Один топор. О, 6 хп чекают. Мне 5 хп подросло. О. Железный рыбал. Давай вместе держать. Аут. Так. Вот эти, кстати, видишь, ини такой. Внутри ини. Чё, а чё, ини? Ини это, он тебя, смотри, вот. Вот иди, смотри, вот сюда. Смотри, вот иду. Ага. А, всё, уже раунд. Кстати, здоровье. У тебя сколько хп? Бери, хавай. 6 хп. Видишь, валяется тут. А, где? У тебя нету? Mm-mm. А, только... Такое бывает, такое бывает. Идём. Может, для каждого типа? Короче, не будем там. Я захавал. Вниз не пойдем, там. Почему? Бой. Пошли. Так сразу портал пойдем. Пойдем. Да погнали. Да когда портал, я не хочу. Да надо. Вы же не хочется пройти, я не понимаю. Мне надо вот в кайф это все проходить. Я хочу все пройти. Так. И нет, конечно. Так. Так. Кто тут на нас? Все, видишь? Думаю, видишь, так. И вот, как бы лишние денежки, хочешь сказать, что ли? Вот денежки получили. У меня 315. Я 387. Просто очень большая куча денег. Я трачу, конечно. Я покупал карты. Я всё, покупал... взлетаем. Вот ну, это. Ну, слушай, нужно, чтобы денежки выпадали. Это не денежки, а что-то... Допустим, рынок магазина было просто прекрасно бы. Не хочешь? Не хочешь? Не хочешь на этого купить? Не хочешь? Что там? Не хочешь, да? Звездобол. А ты что меня скажешь? Я просто стенки обнес и разнес. Просто разнес всех. Ты хорош, как бы, да. Все, я разнес всех. Так, новые появились. Let's go. Все, домой. Оба-на. Аквалангис. Я его зажал. А кто еще остался? Кстати, посох, да, имба. Пошли. То, что у меня типа навыки еще, вот это имба. А, кстати, как ты хотел, там можешь еще купить себе зельки. Я пока пойду там монетки пособираю. Не подобрал. Купи себе это там. Банку. Зелье. Ну, здоровье точнее. Слушай, я купил ману. А здоровье ты чего не купил? Здоровье, у тебя 6 хп. Купи здоровье. Слушай, нормально. Да купи здоровье, у тебя 6 хп всего лишь. Че? Так у меня 2 хп только стоилось. Так ну и что, все равно уже хорошо. А там лучше восьмерка, чем шестерка, разве нет? Да. 3-4. Может, я прокачаю свой оружие? Отлично. Прокачивай, давай. Нижний. 70 стоит! Давай, пожалуйста, Готово! Что за усиление? Три сразу. А, ну хорошо. Видишь, со звездочкой. Угу, вижу. Нормально. Так, пошли. Let's go. А я сейчас сюда не осенюсь, так? Так, вместе. А да, сюда. Так. Ах, броня. О, зелье, смотри. У меня закончилось. Смотри, зелье здоровья. Блядь. Заговори. Валя, беги. А, ну да, у меня нету вот. А, да кто он такой?
уйдите тут еще с бумерангами, на, просто все по тебе. Ну, да, мамми, вы что, вы сейчас много? Ищи игру, у меня вообще она никогда не заканчивается. Ты где проделали? О, тут еще сундук. А вот 180 теперь, мам, первый раз. А, наконец-то. Так, хорошо, давай просто. Хорош. Так, давай. О, ты там был. Вынес. Кстати, даже этот... Ой-ой-ой, что даже это? Смотри, А, маты мощные, кстати. Тоже, кстати, топовое оружие. Я еще со с первого, по-моему, а вот с первой это... локации с ним. Играю. Я нет. Что-то как-то я зашел, но мы на 2 надели энергию. Что там? Это что? Что такое? Я попил. И? Смотри, колба пустая. О. Окей. Пошли к сундучку. Цветущая вишня. Погоди, ничего не делай. Давай просто попробую. Ну-ка. Ну. Прям можешь? Нет, бери это. Нет, да, дичь какая-то. Так, что там у нас с этим, знаете? Прицел. Прицел? Нормально. Ну и самой прицел мне нужно, нет, какой-то пушки. Прицел на смешку. Но я одну отдам. А два уже? Даже две отдал. Ну, допустим, отдал. Хотя, может, потратим, правда, дофига. Все равно денег дофига. Короче, я отдал... Я отдал 10. Короче, я нормально отдал. Я тоже нормально отдал. Пошли. Ну, на самом деле... Все наши желания пусть сбудутся, да? По приказу генерала Гарса. Пошли. Раз, вот сюда, окей? Два, вот сюда. Три. Начали. Вот сюда. Давай, поехали. Просто командная работа. Просто хорошо. Это что, по-моему, диско? Минус 100 маны за один. Ой, пацанчики, для нас. Мальчик у меня. А у меня хп это нормально. У меня... Получайте. У меня 9 хп, у меня просто этот... Тоже 9 хп. О, тут анквалом бит. А, понял. Уже не надо так. Надо хп вот тут? Не, нормально, не надо все. А, у меня нет там, не показывается. У тебя нет такого. Так, давай сюда. Ой. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вы мне немножко поломали. Получай. Минус. 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 Так. 4 брони. А ну поразлетались. Че, кто тут еще? Понял. Разлетались. Все, маны нет. Я буду посохом сильно напирать. Через стены. Смотри, просто что делаешь. У меня нет маны, но я посох выбираю. А у меня посох. Мега хорош. Оба. Есть. А, нормально. Что, на меня? Я просто... Это маны гасю. Ой, без маны. Вот этим посохом. А, понял. Всё. Ну, ты получишь все. Смотри, у меня... 180, а здесь маны. О. 76. Я думал, посох дали. 76, как у тебя так мало, я не могу понять. Ладно. Я очень много, типа, да, у меня очень много маны. Все. Ой, скоро босс. Так. Так. Чубушар уже покупать. Все равно денег много. Брони. У меня 7 брони. Пошли, все равно денег много. Что, у меня 7 брони? Нет, у меня... Боже. Ну-ка, стой. Попробуй. Девять? Сколько тратит? Пять. Ну давай, ничего не делай. Жди, ты посох тот имбовый оставил? Я... Она с одного удара бахает этих аквалангов. Ты что, тот посох имбовый оставил? А. Да? Это, конечно, такая зря. Я потом подберу, окей, или что? С двух уронов. Ай-яй. Эти, меньше-то. Ах ты. Погоди, ты тут посох что ли имбовый оставил? Погоди, я правильно понял? Да. Чё, ема, всё это возьму его, окей? Все, погнали. Так, чё-то. Кстати, а чё будем? Может, по фану? Я по фану сделаю. Так. Нет объекта. У меня почему-то 7 алта были, да? Не знаю, какие-то бафы, что ли. О! Что? Тут корабль ещё их пришёл. Корабля не прыгнули, потому что мне нравится очень, пока их реально играем. Заводчик ежей мне что-то
что-то какая-то чипка, что ли. Сейчас мне 180, хоть я ракетную пушку взял. Все хорош, я иду к сундучку. Все, я буду с ракетой. О, тут этот таинственный торговец. Это имба, имба, имба. Что он хочет? Смотрите, это что-то тебе для тебя. А, тут ХП тратится. Пузырь с усилением. Бейсбольная бита, это мы уже видели, да? Пузырь с усилением я... Ну, у нас нет, не надо. Но перед боссом они так, возможно, они так специально делают, чтобы не было так легко. Возможно, все будет все окей. Слушай, на изи просто. Ну да, еще нормально. Нет, ракетная фуровка всегда. Да. Раз, два, все. И нету мальчика. Теперь пошли. 180, надеюсь. А, ну я вижу, что у тебя не 144. Вижу, что не 180, да. То, там какие-то мини-боссы, все что-то... О, ли... тут пират! Он стреляет люто! Ой-ой-ой! Мини-боссики-то лютые пошли! Я пока пошли. Птички, птичек убиваю. Так, получай. На. Хреначим просто. На. Хорошо, хорош. Просто, ребят, просто прекрасно. Так, сундучку погнали. Идеально. А дай налево. О, двойной земля. Сейчас имбовочек взял. Я ничего не буду. У меня все равно. Установка. Не знаю, не знаю. А, это что? Да. Ну что-то брать. Попробуй. Такой себе. А где у меня? А? А где у меня другой? Где у меня? Ты просрал! Ты просрал такую летящую имбу? Ну что-то брать. Или она у меня просто переобулась? Стой. Вот же она у тебя. Так она взрыв. Это просто взрыв называется. Ладно, пошли. Let's go. Сейчас посмотрим, как она себя поставит. Поехали. Раз, два, три. Поехали. Ой, какая конечно твой имбовый. Просто этот... как... В двух ударах бахает. Не помню, как называется, что это было. Щит, не щит, а посох. Момент истины. Поехали. Да. Поехали. Кто босс? Король. Железный король пират. Пиратов. Поехали. Замораживаю! Стреляю! Еще... Блин, он еще призывает, это плохо. Просто заморозил. Фигач. У меня мана есть. А если мана закончится? А все, у меня мана есть. А если сейчас мана закончится у самого? Все, у меня мана есть. Фигач их. Прикрытие это нет. А, у него прицел. Автоприцел, чекай. А, все, 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 все. Так, мана, тут мана есть. А что у него? Фиг знает, что такое. А что у него так мало ХП снимается? А вон еще. А что у него? Я его замораживаю. А что я бить-то не могу? Погоди. А, я что-то вырублен что ли был? Так, ману подбираю. Что-то как-то непонятно. У него прицел. Тихо. Блин, у меня на прицел. Все, все, мы почти как бросили. У меня опять маны есть. Да, убивайте их, чтобы ману заработать. Получай, просто я просто замораживаю, просто. Заводчик ежей мне дали. Давай, просто! Просто! Так, подбирай. О, у меня аж лагает. Меня аж залагало. Так, мана, всё? Мана. Все, залетаем? Все. Хорошо. Ой, запись забыл включить. Я шучу. Вы видели мое лицо. Смотри. Давай просто. Атаки ближнего боя могут уничтожать пули монстров. Фух, найс, мы это сделали, ура, наконец-то. Чего? 3-6, последний. Чего? Все. В смысле? Это все. А мы ничего не прошли еще? А все, вот портал, смотри. А, ё-моё, ну... Да мух! Ой. О, вау! Yeah. Все. Это статистика наша, получается, да ведь? Да. Ок. Все пройдено, все получено, просто офигительно. Смотри, сколько у меня всего. Ура! Мы это 470 киллов. У меня 470 киллов. 460. Плюс 2, 2, 2, а 400. Нормально так, слушай, поиграли. 48 минут играли. Так много? 48. В общем, дорогие друзья, на этом все.
Мы пришли за рыцаря. Вообще, дорогие друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока!